Старт его приурочен к празднику Сретения Господня, а также к Международному дню православной молодежи. Фестиваль проходит в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. Открытие сегодня состоялось в Хостинском храме Преображения Господня. В отборочных выступлениях приняли участие воспитанники городских музыкальных школ и церковный хор. Фестиваль проходит в три этапа. Муниципальный он состоится в Сочи, зональный в Абинском районе 18 апреля. Ну а третий этап, финал, пройдет 27 апреля в Кореновском районе.